Дмитро Гірник має чималий досвід роботи на шахту ДТЕК Білозерське, прийшов рік тому. Для нас очень важна работа предприятия, стабильная работа предприятия, конечно же, и это повлияет на наше будущее. У нас создался новый участок, вот, коллектив хороший, уже сплоченный, ну и мы показали нашу работу прошлого года и всего остального времени. Показало, что декабрь, январь мы дали очень хорошие результаты, вышли на рекорд. Зараз на шахті успішно працюють дві лави. У січні гірники вже видобули майже 150 тисяч тонн вугілля. У попередні роки ці показники були вдвічі менші. Сталий видобуток завдяки праці людей та модернізації обладнання, розповідають фахівці. Зокрема, тут капітально відремонтували копер, козловий кран та оновили електричні комунікації. Благодаря инвестициям ДТЭК «Энерго» было освоено на предприятии 463 миллиона гривен. Основные эти средства были потрачены на модернизацию скипового ствола шахты, потрачены на модернизацию загрузочного устройства, отремонтированы здания АБК. И благодаря этой сумме было введено два очистных забоя. Нараховує майже 1700 осіб. Сюди на роботу приїздять гірники із сусідніх міст. За 2021 год ми прийняли на роботу 596 нових сотрудників. Ми сформували дополнительно новий добичний участок. В настоящее время, благодаря хорошей работе, мы уже с января месяца работали двумя очистными забоями. Мы выполнили хорошо производственные показатели. Благодаря этому трудовой коллектив получил хорошую премию. И, соответственно, вырос доход у каждого трудящегося. От стабильной работы шахты зависит добробут родин, працівників, а також те, як розвиватиметься регіон, кажуть на підприємстві. Что модернизация изменила? Позволила увеличить добычу угля, в связи с чем у нас выросла производительность и вырос фонд заработной платы. Что, в свою очередь, повлекло увеличение налоговых отчислений. А мы, как ответственный налогоплательщик и работодатель в регионе, ну, по сравнению с 2020 годом, мы на 34% заплатили больше налогов в 2021 году. Если называть натуральные цифры, это 268 миллионов налогов всех видов, из них 215 миллионов это центральный бюджет ушло, и 53 миллиона это ушли налоги местных громад. Завдяки оновленню виробництва на шахті планують збільшити видобуток до 1 мільйона 700 тисяч тонн тільки цьогоріч. Тоді запаси українських ТЕС будуть поповнені вітчизняним та, головне, якісним вугіллям. А це – крок до енергонезалежності країни, зазначають ДТЕК. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас».